Здравствуйте! Я Бриджит Варвара. И я училась русским языком 3 года в университете. Это было 3 года назад. И я все забыла. Я грамматику не помню, я мало слов знаю, и поэтому я хочу еще раз читать этот русский учебник. Вот он. И я читаю, и после этого буду говорить по-русски с вами. И, пожалуйста, скажите мне, если я делаю ошибки или я что-нибудь неправильно говорю, потому что я очень-очень хочу стать fluent. Не знаю, что я говорю сейчас. Да? Интересно. Нина Степановна? Сейчас я говорю. Здравствуйте! 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 Меня зовут Бриджит Варвара. А вас как вас зовут? Меня зовут Бриджит Варвара тоже. Да, тоже? Интересно. Можно на «ты» говорить? Да, конечно. Хорошо. Можно «Варя»? Это хорошо? Да, «Варя», конечно. Привет, Варя. Привет, Варя. Варя, скажи, пожалуйста, что это? Это ручка. Что это? Это флаг. Интересно, интересно. Что это? Это водка. И это что это? Это Шеймес. Окей, пока.